Что? Тройка? А за что? Ну так вот всегда, ешь, пей, пьешь, никакой благодарности. Это кадры с последней репетиции. Видеоархива у театра нет. И первых сценических проб, к сожалению, не сохранилось. А вообще все начиналось еще в 61-м. Именно тогда в Москве коллектив театра благословил великий Аркадий Райкин. С тех пор Стэм становился лауреатом всех 13 приморских юморин, трижды дипломантом всесоюзных конкурсов и лауреатом премии Приморского комсомола. Наград почетнее этих в те годы просто не существовало. Студенты разных лет хорошо помнят веселые миниатюры, показанные театром. В 90-х годах театр принимает участие в набирающем обороты КВНовском движении и практически сразу поднимается на высшие ступени. В 93-м Стэм становится чемпионом Приморской лиги КВН. И уже в 94-м впервые в истории Приморского КВН отправляется на международный фестиваль КВН в город Сочи. В 96-м театр устраивает себе веселенькие похороны. Именно под таким названием выходит последний концерт Стэма, который состоялся в Краевом доме молодежи. Те, кто побывал на том концерте, вспоминают его до сих пор. Концерт, к которому готовятся ребята сегодня, во многом будет состоять из миниатюр прошлых лет. Почти всем, кто будет играть в юбилейном концерте, уже давно за 30. Да и название всему этому действу выбрано с юмором. Старый о главном. Однако все участники концерта уверены, что рассмешить полный зал им не составит никакого труда. Мы же люди старой закалки. Хватит, конечно, сил. В общем-то, если бы мы точно были уверены, что нам сил не хватит, мы бы этого не делали. Мы просто за это бы не взялись. Ну, толстенькие, крепыши такие. Нам хватит сил, поверьте. Будет весело. Будет весело. Будет все два часа. Очень весело. Даниил Лошадкин, Андрей Краевский, общественное телевидение Приморья.